В медколледже в столице стартовал региональный этап конкурса среди медицинских образовательных учреждений республики. Будущие медсестры, стоматологи и фармацевты из Якутска, Алдана и Мирного выявляли лучшего в профессии. Победители Олимпиады уже этой весной представят республику на всероссийском конкурсе. За ходом Олимпиады тщательно наблюдают 14 приглашенных независимых экспертов. Специалист своей отрасли, он приняв участие на таких конкурсах, конечно, формируется, повышается его компетентность, повышает свои знания, мастерство. И, конечно, еще один из этапов – это самообразование данного студента и, конечно, престиж нашей специальности.